И всем привет, с вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы играем в Hello Neighbor, бета-версия, и сегодня я решил вам показать, как открыть ту дверь с желтым замком. И, в общем, ладно, мы продолжаем просто прохождение, да. Так, у нас есть ключ, у нас есть второй ключ, у нас есть, то есть, два ключа, которые мы можем использовать. Так, у нас есть сосед, который опять ставит этот, как его, ну, вы поняли. Ну, короче, этот, как его, капкан. Ах ты, сука, блин. Я испугался даже. Тихо, тихо, тихо. Зачем мне этот банановый кус жрата? Мне нужны... Так. А зачем мне банановый кус жра? Следу только кинуть есть. Давай, давай, давай. Ну! Чё ты слышишь? Давай. Я здесь. Давай. Вообще. Смотрите, сколько я уже. Раз, два. Как будто сломанный. Раз, два, три, четыре, пять. Пять уже этих нашел. Капканов. Давайте в дом свой положу. Тогда куда-нибудь закину. Вот именно в эту комнату. Специально сделали комнату нам от разработчики, чтобы мы туда складывали его вещи, которыми он кидается, и вообще все, что он делает. Интересно, откуда он берет капканы? Он же не может их генерировать. И сколько он может их генерировать? Штук 10, может 15, 20 или вообще 100? Я же не знаю. Так, камеры сломаны. Не все. Жопа-то вылез. Соседушка. Кстати, письма у нас есть. Ты не можешь меня трогать, соседушка. Это моя часть земли. И за эту часть ты не можешь выходить, понятно? Потому что это моя собственность. Да. Ах ты, падла. Что ты со мной бегаешь-то? Давай. Так, еще я могу попасть туда. Забрать у него эти штуки. Так, как раз пойду. Так, дверь. Ну, твою мать, ты как ты там оказался-то? Читер. Да серьезно, как? Починил камеру, нет? Я ж слышу. Ладно. И как он туда попадет? Туда.
Видели, что с дверью он сделал? Он залагал дверь, короче. Где-то там. Не может он меня найти. Потому что я нубас. И нубаса найти нельзя. Да. Нашел мне тварь. Не может он туда попасть. Не может, ребятки. Нет, ну точнее может, но... Я ему не дам пройти. Блин, надо было окно разбить, чтобы на всякий случай убежать-то. Где он там ходит-то? Можно как-нибудь посмотреть там? Нихуя. А хули он там делает? Даже вещей никаких нет. Вылезти. Он застрял. Лениницы. Мы открыли дверь. Так, здесь у нас что?
все сделали. Ладно. И написано Лемница и Холпатая. Как эта штука? Ладно. Пошли вниз. Так. Идем дальше. Надо взять стул. Так. Надо бы куда-то скинуть. Ну куда можно скинуть? Только туда. Дальше пошли. Смотри, как он выломал дверь. Молодец вообще. Парень. Так. Залаган уж или этот? Нет, просто показалось. Ладно. Так, ну мне пофиг как-то. То, что там есть. Мне вообще пофиг. Так, камеры. Понятно. Нам что надо найти? Нам надо найти то, что мы сможем выломать. Во. Там есть такая штука. Блин, как мне достать? А я ее не смогу нажать. Как? Как бы я не хотел. Не, я могу. Берем. Не могу. Не пролазит туда. Увы. Никогда не любил на эту штуку прыгать. Есть! У меня получилось. Они сделали дополнительную эту штуку. Молодцы. Так. Так, ладно. Теперь идем вниз. Идем сюда. Открываем эту дверь. Все, это можно выбрать. Это нам не пригодится больше. Открываем. Давайте проверим сейчас игру одну. Вот эту вот. О, так. Ой-ой-ой, нет. Ладно. Во. Сейчас мы будем играть в игру одну. Интересно. Вот. Здесь надо ехать по магазину. Из этим у нас ничего нету. Но тут опять эти штуки, манекены. Которые будут нам мешать. Твою мать, я же перезагрузил соседушку.
говорю? Что-то никому нету. Не понял. Тихо, 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 тихо. Ох, блин. Я перезагрузил соседа, блин. Жаль. Жаль. Как мне теперь спуститься отсюда? Так. Мне опять сосед мешать будет, да? Видимо. Где моя коробка? Как его переделать, блин? Ходит там где-то уже. Так. Так. Блин, нет, не улетай, не улетай! Есть! Так. Разбиваем. И оба. Так, мы туда не идем. Мы идем сюда. Так. Мы это открыть не можем. Так. Это мы сбрасываем. Ну, в общем, все. Пока что больше мы ничего не можем сделать. Седушка у нас ушел. То есть с ним мы уже все. Как бы... Так. Я сюда запрыгну... А, могу, могу, могу. Так. Дальше, 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 дальше. Так, ладно. И дальше что мы делаем? Так. Спрыгиваем сюда вниз. И, в общем... Так, в общем, мы должны сейчас идти дальше. Так, мы должны идти сюда. Так, у нас есть еще ключ один, который мы должны использовать. Так, мы теперь идем сюда и, значит, смотрите. Так, значит, что мы должны сделать сейчас? Мы должны сделать дело, и теперь мы должны... я не знаю даже, куда идти. Потому что, блин. Вот так вот делаем ему коробку, чтобы он не прошел. Итак, дальше вот. Дальше мы должны сделать что? Дальше мы должны... Не знаю, вот что-то нету. Пофиг, ладно. Вот еще один ключ. Эта дверь закрыта. Мы должны дальше идти. И дальше мы должны идти сюда. И тут дверь закрыта. Почему-то я не знаю, хотя я замок открыл. Так, ладно. И, в общем, я пока что это все не нашел. Но, наверное, на эту часть надо закончить. Да, в общем. Ладно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока!